29 мая в Омске на базе пространства «Эколаб» открылась творческая мастерская «Реклейм». Площадка была создана на грант Росмолодежи, который амичка Елена Неверова выиграла на федеральном форуме «Экосистема». Благодаря полученному финансированию она смогла закупить швейную машинку, термопресс, импульсный запайщик, фурнитуру. Теперь все желающие могут узнать, как перерабатываются различные изделия для того, чтобы обрести новый функционал. Сейчас у нас уже такой промежуточный этап идет, что мы готовы показать, что мы сделали, какие у нас наработки уже присутствуют. Мы планировали, что будем концентрироваться именно на баннерной ткани, а потом будет у нас подразделение из любых вторичных материалов, которые вообще нам предлагают. На самом деле так и получилось, по большому счету. Вот, сейчас мы более активно идем именно в прессовку пластика низкой плотности. Вот, именно полиэтилена. Не оставляем в разработке именно баннерные листы, которые у нас по городу вот висят, и билборды, это все баннерная ткань. Мы перерабатываем вот их. Для гостей был организован мастер-класс по спайке пластиковых пакетов. Его участники узнали, как подготовить полиэтилен к термическому воздействию и увидели процесс переработки собственными глазами. Было очень любопытно узнать, как можно из обычных вещей, да, которые мы используем в повседневной жизни и выбрасываем, не задумываясь, да, как отдать им вторую жизнь, и они могут достаточно долго прослужить. Также в рамках открытия мастерской было объявлено о старте записи на мастер-классы по пошиву изделий из баннерной ткани. Подать заявку на участие можно в соцсетях креативного пространства.